еще одна тема, на которую мы обратили внимание. Сезон простуды и гриппа в Новосибирской области сейчас на самом пике, отмечают в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве приводят статистику за прошлую неделю – 22 836 обращений к врачам из-за гриппа и ОРВИ. Что касается Бердской, питпорог превышен почти на 50%. Об этом сообщали на еженедельной планерке в администрации города. Сегодня стало известно, что молодая бердчанка умерла от осложнений после гриппа. Телеканалу ТВК в Бердской центральной городской больнице факт смерти подтвердили. Предположительно, пациентка не была привита и слишком поздно обратилась за медицинской помощью. В обстоятельствах произошедшего разбирается и региональный Роспотребнадзор.